Так, мы сейчас в гостях в одном из моих каналов, который ведется совместно с другим админом. Зовут ее Светлана. И вот таким вот образом она решила оформить канал. То есть идет пост, картинка, текстовый пост и, соответственно, ссылка на боте. И однажды она меня спросила: Оксан, было бы круто, если был у нас пост немножко оформлен по-другому. Что здесь имеется в виду? Именно картинка, текст и потом не ссылка на бот, а именно будет кнопка на бот. Итак, я долго, в принципе, думала, как эту проблему решить, и вот до меня наконец-то сегодня дошло. Я хочу одновременно рассказать ей, как оформлять данные посты, и, возможно, будет кому-то интересно и для вас. Итак, давайте мы вернемся в наш контроллер World. Так, у меня телефон завис. Мы сейчас с вами зайдем в бот мой личный, который был создан при помощи контроллера World. Я нажимаю на старт. Так, он меня сейчас продумает. Нажимаю на кнопку «Создать пост». Нажимаю на кнопку «База ботов». Итак, чтобы создать данный пост, мне нужно сначала загрузить картинку. Светлана, извини, какую нашла. Так, картинку. И здесь я пишу в описании под данной картинки текст. Данный бот мне дал Максим. Это мой подписчик другого канала. И я вас, в принципе, по-моему, он и подписчик этого канала. Поэтому, Максимка, тебе тоже привет. И сейчас я напишу этот бот. Для статистики. По словам Максимки, он данным ботом пользуется и отзывается о нем очень хорошо. Ну, допустим, вот так вот пусть будет. Итак, мы отправляем нашему боту картинку и текст. Вот так она будет выглядеть. Сейчас внизу. И сейчас мы под картинку сделаем кнопку. Сейчас только. Так. Так, нажимаем на добавить юр кнопки и пишем, допустим, это будет ссылка на бот, дефис, и теперь нам нужно все-таки написать ссылку на наш бот. И теперь смотрите, пишем адрес такой вот. Это можно, в принципе, скопировать. Я давайте все-таки вот эту вот шапочку
ссылочки напишу вам в своем посте. А вы ее будете копировать, либо вставлять, либо уже, как я, вручную набирать. А дальше идет у нас ссылка на бот. Так, я его скопировала, но единственное, что без собачки. Вот такая вот ссылочка у нас будет. Отправляем нашему боту. Сейчас он нам все это дело прогрузит. Вот смотрите. Так это будет выглядеть. У нас картинка, текст и ссылка на бот. Все, отлично. Нажимаем на далее. Ждем. И давайте прямо сейчас я опубликую. Вы уверены? Конечно, я уверена. Все, давайте мы зайдем на наш канал. Вот, вот он наш канал, вот он наш пост, вот наша картинка, текст и ссылка. Нажимаем на ссылку, на кнопочку, и нас перебрасывает. Вуаля! Вот такие вот нехитрые секретик, но можно оформить очень красиво наш с вами пост.